Достигни Бога через Иисуса. Иисус должен быть первым, ничто и никто другой. Бог хочет наших сердец, и Он желает иметь с нами любящее общение через Свой Святой Дух. Только под именем Иисуса Христа это можно сделать. Но мы должны тянуться к Нему по Своей свободной воле. Тем временем Он может работать в нас по желанию. Он может помочь нам и научить нас своим путям. Он может дать нам стимул прийти к Нему и получить Его благословение. Но наша воля должна быть задействована на протяжении всего пути. Он сам никогда не принуждает нас. Но Он может смягчить или ожесточить наши сердца в соответствии со Своим предвидением и бесконечной мудростью. Мы не можем поймать Бога своей человеческой мудростью или доктринальной гимнастикой. Он выше и за пределами нашей ограниченной человеческой мудрости. Даже Его утешение и мир приходят к нам способом, превосходящим наше человеческое понимание. Даже наши молитвы не такие, как раньше, когда мы находимся в Его Духе. Святой Дух ходатайствует за нас по воле Божьей без нашего полного понимания того, что мы произносим. Без Иисуса мы ничего не можем делать. Нам нужен Святой Дух, без которого мы не можем ни служить, ни следовать за Иисусом. Нам нужно перестать тратить время на мир. Конец уже близок. Нам нужно тянуться к Богу через Иисуса. Нам нужно искать голос Духа. Когда мы это сделаем, это зависит от нас.